Ванга назвала 5 знаков зодиака, которые имеют 6-е чувство. Если ты в этом списке, то твоей жизнью руководит интуиция и почти мистическая способность выходить за пределы 5 чувств. Если ты в критических ситуациях полагаешься на собственные ощущения, можешь мыслить нестандартно и прислушиваешься ко внутреннему голосу, то ты человек, имеющий 6 чувств. А кто это, я вам сейчас расскажу. Только ты для начала поставь лайк и подпишись на мой канал. И да, в моем телеграме ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак рыбы. Представители этого знака зодиака часто считают наиболее эмоциональными. Рыбы обладают необычайной способностью настраиваться на энергию окружающего мира. Их интуитивное мастерство особенно очевидно в их ярких снах и навыках толкования снов. Рыбы часто рассказывают, что во сне у них было предчувствие, которое позже сбывалось. Второй знак – рак. Раки известны своей сильной интуицией и эмоциональным интеллектом. Этот водяной знак очень отзывчив, что позволяет ему улавливать чувства и эмоции других. Раки обладают удивительной способностью понимать невысказанные слова, благодаря чему они прекрасно читают между строк. Третий знак – скорпион. Скорпион обладает врожденной интуицией, часто обращающейся к таинственному и глубокому. Эти люди – прирожденные детективы, способные раскрывать скрытые истины и видеть сквозь обман. Скорпионы часто пользуются интуицией в сложных ситуациях. Их способность ощущать опасность или обман непревзойдена. Четвертый знак – Дева. Возможно, Дева не первый знак, приходящий в голову, когда ты думаешь об интуиции. Однако Девы обладают уникальной формой практической интуиции, которая позволяет им принимать обоснованные решения на основе внимания к деталям и аналитических навыков. Они прекрасно умеют решать проблемы и способны видеть наиболее логичный курс действий. Пятый знак – Водолей. Этот воздушный знак имеет 6-е чувство, склоняющееся к инновациям и футуристическому мышлению. Эти люди часто видят то, что ждет впереди, они могут видеть возможности и тенденции, прежде чем те станут основными. Водолеи известны своим уникальным пониманием и прогрессивными идеями, которые выделяют их как один из знаков зодиака с великолепным 6-м чувством.